Так, ребят, всем привет. Сегодня доделываем машинку ВАЗ-2199 по сварочке. Вот. Сейчас я вам все покажу. Еще осталось не так уж и много доделать. Вот, мы днища, лонжероны, там задние стойки, все, короче, почти доделали, осталось не так уж и много. Вот. Сейчас я вам сниму, все покажу. Еще пригнали нам Deo Nexio на покраску. Я вам тоже самое покажу ее, что там нужно делать. Я ее начал уже там рыжики убрать и так далее. Вот. И сегодня еще одна приедет, ВАЗ-2115, тоже сварка под днище, полностью там почти. Вот. Сейчас я вам все покажу. Вот, ребят, с этой стороны мы, я вам уже все показывал, как бы сделали. Здесь мы тоже все заварили. Осталось у нас, точнее, вот здесь мы тоже, грубо говоря, сделали, там сзади сделали. Осталось у нас вот эта вот дырка, где сам бак для этого колеса. Там мы тоже заварили. Здесь мы лонжероны. Днище у нас полностью сделано уже. Вот. Сейчас я вам покажу, что у нас снизу получается, как. Вот. Так, ну вот что у нас получилось здесь. Новые вот у нас лонжероны уже стоят они. Ну вот они. Там мы все сделали, все закрепили, заварили. Вот. Здесь у нас еще вот тут надо доделать. Доварим пол. Также у нас здесь он лонжерон тоже стоит уже. Вот у нас вот тут доварить. Здесь. И вот саму вот эту дырку тоже надо доваривать. Вот. Ну так, в принципе, не так уж и много уже осталось работы. Так, ребят, ну вот, 99-й пока занимаемся, сейчас ее доделаем, вот, там не так уж много осталось. Стоит у нас вот Deo Nexio, ее мы тоже будем полностью красить, будем убирать вот что-то такие жуки, ну вот, будем убирать также вот здесь вот, где жуки, вот, ну и пыльнем ее полностью, машину. Также здесь у нас вмятина была на капоте, мы ее выпрямили, сейчас шпаклюем. Вот. Ну и также будем продолжать дальше. Вот. Потом у нас еще одна подъедет машинка, но мы уже будем смотреть, как она в очереди пока будет стоять. Вот. Ну а так вот, 99-ю сейчас доварим. Здесь мы у нас тоже уже доделали. Вот осталось там. Ну и потом будем промазывать. Взяли мы антиграй вот такой для железа. Антисредство для защиты кузова. Вот и им будем обрабатывать кузов. Так, ребят, всем привет еще раз. Продолжаем заниматься мы ВАЗ-2199. Заварили мы почти всю машину. Задние лонжероны, днища, передние лонжероны, там заплаток много, багажник и так далее. Сейчас протягивали трубки мы тормозные. Вот. Протянули их, потому что задние трубки все три сгнили. Вот. Они все сгнили. Сейчас на данный момент мы их все протянули, поставили новые трубки. И уже будем сейчас, покажу вам, что надо мне там доварить. А где запаска, там доварить, и будет все нормально. Машину, в принципе, можно будет уже промазывать и отдавать. Сейчас я вам покажу, где что. Так, ну вот, ребят, днище мы все сделали. Там вот у нас осталось вот эту вот дырку заварить, и все. Остальное все здесь проварено. Вот, осталось это заварить. Ну, остальное мы все сделали, лонжероны и так далее, все. Здесь все тоже. Сейчас снизу, покажу.
Вот у нас лонжерон сам новый. Арка тоже. Вот это сделали мы. Вот. Само днище. Все варили, пороги. Подонкратники. Ну и так далее. Трубки новые протянули. Вот она. Собираем до конца машинку. 99-ю заварили, все сделали. Начали собирать салон. Уже почти собрали. Осталось повесить двери. Ну и так по мелочам в салоне собрать. Ну, машинка где-то у нас пробыла где-то на неделе 3. С того момента, то что я там, у меня времени не было где-то что-то поделать и так далее. Приходилось как бы, ну, потянуть время. Вот, сейчас сегодня ее должны, наверное, собрать. Завтра уже отдадим ее. На данный момент после нее сразу и заезжает к нам Deonex. Она полностью идет на покраску. Вот, ее уже как бы, ну, люди ждут. Надо ее срочно покрасить. И после Deonex у нас будет ВАЗ-2115 тоже на сварку. Вот, сейчас я вам покажу, как, что здесь сделано, как собран салон. Вот, промазали весь низ, с антигравием сверху наложили грунта. Вот, ну, фотографию здесь я выложу, вы посмотрите. Сейчас, ребята, соберем до конца машинку, там я уже вам сфоткаю, все покажу, как была она собрана, как все стало. Вот. В принципе, делов с ней очень много было, варили от педалей до самой жопы, все варили. Вот. Также все стойки, все лонжероны, все вместе вырезали, срезали и так далее.